И выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не Да, я включится хочу, никогда. мама, да, я хочу тут кое-что сделать. Подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, Да надо выключить. это Надо выключить. Да. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Достала! Не кричи! Не выключу! Значит, я выключаю. Мам! Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не и выключить! Все. Мама, не выключить! Я хочу почитать и все, и выключу! Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацькі йому правила. Мати не залишає спроб домовитися з сином, котрому покладено край. Це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Заткнись! Чого я? Це у мене такий дурацький інтернет. Із імбірного ноль. Какие сайты тебя интересуют, скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем это было так? Делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать спецсилы. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор.